Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Публичные слушания бюджета пройдут заочно. Правительство Кировской области проводит обсуждение отчета об исполнении регионального бюджета за прошлый год. Оно пройдет в заочной форме с 14 по 23 мая. Доходы региона в прошлом году составили почти 60 миллиардов рублей, около 26 из них деньги федеральной казны. Расходы в 2019 – 58 миллиардов. Программа «Экономика». Продажа спиртного в барах и в жилых домах оказалась под вопросом. С мая в России она запрещена в небольших объектах общепита. В жилых домах минимальная площадь для торговли 20 квадратных метров. Регионы могут ужесточать требования, увеличить площадь торгового зала или совсем запретить продажу. Сейчас Кировское Минэкономразвитие составляет список таких торговых точек и изучает их размеры. Затем чиновники решат, нужно ли запрещать торговлю спиртным на площадях больше 20 квадратов или запрещать ее полностью. Экономика на 101 FM. 26 тысяч кировчан жили в прошлом году на пособие по безработице. Им выплатили в общей сложности около 550 миллионов рублей. Около 4 тысяч безработных получили психологическую поддержку через службу занятости. 2 тысячи человек предпенсионного возраста прошли переобучение и смогли либо найти работу, либо сохранить имеющуюся. На это, а также на дополнительное образование безработных, оплату общественных работ и другие меры поддержки занятости потратили за прошлый год 57 миллионов рублей, а на содержание 27 центров занятости в Кировской области 180 миллионов. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 73,87, евро 80 рублей ровно. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.